Сильный шторм Ксилия, угрожающий американским штатам Колорадо, Вайомингу и Небраске, привел к массовой отмене авиарейсов. В субботу, 13 марта, было отменено более 700 рейсов в Денвер и из него 1058 рейсов, намеченных на воскресенье, также были отменены. Компания United Airlines приостановила все рейсы из регионального аэропорта Шайен в Вайоминге. Власти Колорадо заранее привели в готовность Национальную гвардию штата, чтобы развернуть поисково-спасательные работы в случае стихийных бедствий. Прогнозируется выпадение около 50 сантиметров снега, а также разрушительные ветры и плохая видимость. Опасные условия могут удерживаться до вечера воскресенья. Информационный лавинный центр в Колорадо объявил, что быстрое накопление снега может привести к опасным условиям, когда лавины будут сходить даже в необычных местах. Мокрый снег, налипание снега и гололед способны сломать ветви деревьев и вывести из строя линии электропередачи. Ожидается, что в некоторых районах проезд по трассам станет трудным, а то и вовсе невозможным. Могут быть затронуты несколько крупных автомагистралей. На перевалах возможно скопление грузовых транспортных средств. Горные дороги будут закрыты из соображений безопасности, пока не пройдут самые сильные штормы. По мнению метеорологов, Ксилия может приобрести исторические масштабы. Опасные условия на дорогах, перебои с электричеством и риск схода лавин ожидают жителей трех штатов, которые усиленно готовятся к зимнему шторму, скупая продукты и укрепляя жилища.